Хей, йоги, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Inmates. Как-то так. Короче, мы остановились здесь. Так, кружку я беру подальше, потому что мы знаем, что это за игра, мы уже видели скримаки, которые меня могут ожидать. Все равно все очень громко. Дальше мы не ходили с вами. О, скримак. Так, подожди, это, как я понимаю, код к чему-то, да? Наверное. Ну не зря же нам время показывают. 4:10. А. Doors locked. Дверь закрыта. Понятно. Короче, во что мне верить? 4:10. Давайте сначала 4:10 поставим. Можно я... Спасибо. Так, это у нас получается 8:40. Подожди. 50. Короче, 8:50. Да, 8:50. Давай, скримак сразу. Ну, типа, знаете, фу, мы подумали, мы сейчас думаем о другом, и такой, бац, нахуй. Нет? А. Ну, готовьтесь. Ожидаемо. Ступеньки вперед. Секьюрити, охранник. Не въебено, как обычно у нас. Проклятая тьма. Боже мой, это Сара. Что фотография моей жены тут делает? Почему она разорвана пополам? Не знаю, дружок, что происходит. Черт. Голова раскалывается. Не знаю, нужна мне вот эта информация, которая здесь у нас изображена, но думаю, она нам не нужна. Я единственное понимаю, что скримаки, они всегда будут, особенно в таких моментах. Надеюсь, бежать не придется ни от кого. Хотя, подожди, мы же бегать можем? Стоп, я ж в управлении смотрел, что как-то бегать можно. Короче, ждем скримера. Я настроен. Серьезно настроен. Но скример. Но же... Очень странно. Ага. Я спрятался, все. Ну, ладно, давайте, когда обратно буду идти, да, на меня нападут. Я готов.
Мое сердце не готово. Я готов лично, я лично готов. Сердце нет. Я готов. Сердце нет. Ну вы слышите звуки уже? Давай, ну. Но я так не поверю. Я не поверю, что здесь ничего не будет. Тогда нас двойным скримаком напугали. О, монет там внизу еще могу изучить всего. А ну подожди, а там. Главное здесь страх у нас заключенные и. Ну ладно, заключенные может быть даже не так опасны. Подожди, там тупик. Сердце. Я, понимаете, просто в себя воздух держу. Потому что не так страшно тогда немного получается. Закрыто, короче. Так, чувак буддист. Данил, 12-13. А ты иди к твоему концу и упокоишься. И восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. И он. 3-7. А, подожди, то есть это какое-то значение или цифры непонятны. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Ну, скример, где же ты? Сколько мне ждать тебя, приятель? Может нам рассматривать? Ну, блин, я не вижу смысла вообще что-то рассматривать. Ну сердце бьется. Непонятный текст. О. А это походу, знаете, я вот это вот не знаю, это типа марсианский корабль. Лишь типа того. Ну вот, ракета, типа. Снова какие-то цифры. Либо это координаты. Так, еще спички. Никому не доверяй. Я все делаю ради нас. О, моя любовь. Это вторая половина моей фотографии с Сарой. Похоже, я ее любовь. Черт. Что здесь происходит? Не знаю, приятель. Не знаю. Ну, походу, либо мы в коме, либо что-то типа того. Я должен понять, что тут происходит. Мама очень любит папу и всегда думает... Господи, речь идет о Саре. Что Натали хочет сделать с ней? Мне нужно поторопиться. Мама очень любит папу и всегда думает о нем. Она мне рассказывала об одной плохой женщине, из-за которой папа не может быть с нами. Но мама пообещала, что все сделает, чтобы мы все жили вместе. Опа. Скрипт. Давай, скрипт. Давай. Ребят, да, мне страшно, я вам уже говорил. Особенно это на скримаках все держится, поэтому это вдвойне стрёмно. Ну, скорее сказать, на скримаках, потому что здесь нельзя сделать звук потише. Я не знаю, как у вас тише стало или нет, но... Спасибо моему... Почему не могу, приятель, тебя открыть? Он выглядит так же, как мы. Там, походу, ключ есть. Может, откроешь, дружок? Ну, если что, ребят, запоминайте. Он, скорее всего, выскочит потом.
Да, Гром, ты думал, мы про тебя забыли, мы про тебя не забыли. Вот эта комната мне не нравится. Спичек у нас 35. Я вам отвечаю. Нас напугает здесь два раза. По-любому, охранник, от которого шла речь, и вот это чудо, когда мы пойдем открывать вот эти врата. Что-то он успокоился, а сердце бьет. Если сердце бьет, значит где-то что-то стрёмное. Тук-тук, тук-тук, давай. Я тоже подготовил. Сразу залетаю. Чувак, походу, отдыхает. Ну, смотрите, небо там звездное. А я на небо не посмотрел, черт. Я вот не... Ну вы видите, да, вот чувак, вот чувак. Типа последний, кто здесь был, это вот этот чувак. Еще раз, фоткай меня, давай, на всякий случай. И чтобы я вышел, мне вот этот чувак такой ебалом, баб, выскочил. Ну. Выскакивают? Ну, это, короче, там ад, тут рай. Ну, я думаю, иконка меня спасет. Как-то вот так стану. Плохо то, что здесь ничего не активно. Но это тоже уже хорошо. То есть здесь, видите, каждый занимался своим. Кто-то наукой, кто-то религией, кто-то историей. Кто чем захотел заниматься. А мы занимаемся тем, что мы пытаемся понять, где мы вообще. И у нас уже 41 спичка, которую мы вообще не используем. Скоро будет скримак. Я ощущаю, ну... Полный расслабон, ребята. Вот как может быть полный расслабон, скажите мне. Ну да. Я никогда не поверю, что здесь будет полный расслабон. Вот вы думаете, я просто так, да, открыл дверь? Нихера. Вы скажете, просто так, да, дверь кто-то колотил? Да хер вы угадали. А, тут даже топор есть. Хер Джонни. А, ну это отсылка, окей. Плюс балл игре. Хер Джонни. Это Джонни. Отсылка на сияние. Джеймса Кубрика. Так, теперь у нас... Ну ладно, нас напухали один раз. Большой коридор с одним входом. Волосики попались. Давайте просто по фану я про... Да. А давай сюда дойду сначала, а потом мы пойдем туда. Стоп, или я здесь уже был? А-а-а, заперто. Окей, значит, я здесь не был, да? В чем дело? Почему ты сразу не открываешь мне двери? Давай с ноги выбью дверь. О, получилось. Но мне кажется, то, что я лазю уже...
в домике охранника, это ему не сильно понравится. Если бы ты еще... Это душевая. Почему двери нельзя закрывать? Я бы закрыл эту дверь нахер. Что тут полезного? Тут ничего полезного, кроме спичек. Окей, мы с вами все это время шли куда? В больницу, да? Что это? Библиотека. Короче, библиотека. Для чего нам эти спички? Куда мне идти? А, подожди. Это библиотека по-любому. Да, это библиотека. Это... Я понял. А сюда просто будет переход? Doors locked. Дверь закрыта. Понятно. Ох, ебать. Ебучий пала. Давайте, скримеры. Без скримеров тут не обойдется. Типа плачущие люди. Флешбеки. И я, который застрял. Вы думаете, я руфлю? Я не руфлю, я застрял. Вот, кало. Я не могу. Ладно, сейчас попытаемся. Прикиньте. Я застрял. Я не шучу. И чисто начисто застрял. Зашибись. Ловушка. Ловушка Джокера. Ой, боже мой. Он просто застрял. Я не могу никак выбраться оттуда просто уже. А ну-ка, если я просто продолжу нажму. Хотел как лучше для себя просто отойти немножко, чтобы, если будет скример, отойти от того места. Но нет, но нет. Ну хотя бы от... Только не тут, пожалуйста. Давайте там, где я уже... А смотрите, тут еще здоровые какие-то места. Тут хера всего. Тут по-любому и столовая будет, тут все будет. Просто я довольно медленно иду. Очень медленно иду. Ну, с другой стороны, слушайте, на больше серии выйдет. Хотя мне рендерить тогда больше придется. И дольше играть в эту игру. Ну, сука, если бы не погружение, это ебано. Ну, с моей стороны, погружение, конечно. Стрёмно, стрёмно, стрёмно все это дело. Мне надо, потому что мне на 12... Нет, на 20.00 до хера игра записана. А вот на 12.00... Нет. Хотя нужно наоборот, наверное, хорроры будет поставить. На 20.00. Давайте сюда. Так, спички все забрано. Так, последний раз мы были здесь вместе 25 лет назад. Так, картинки черепа. Ты помнишь год, когда мы умерли? Когда умерли наши родители? Короче, 144, не знаю, для чего это. Там кто-то дышит.
Джонатан. Да, Джонатан, Джонатан, ты меня слышишь? Yes, да, yes, I can. Да, я могу. What the hell am I doing? Какого черта я здесь делаю? Джонатан, тебе таблетки не помогут. Everything we've worked for is unraveled. Все, над чем ты работал, разрушилось. Ты должен как можно быстро найти вход в кабинет директора, пока Натали не сделала напоминание. Who are you? Кто ты такой? It's Ben. Я Бен. Ben DeRoyan. Бен DeRoyan. Твой врач. Did you forget again? Ты опять забыл? Джонатан, твоя жена в опасности. Sarah? Сара? Where где is она? Is she okay? А с ней все в порядке? Yes. Пока да. Now. Save the questions for так, вопрос right потом. Now, you need найди to вход find в директорскую. The director's office. Whatever you do, make не попадайся sure охране. I'll contact you я с тобой later. Потом свяжусь. Бен? Бен, can you ты меня me? Слышишь? Что за черт? О, охранник, все, пошло-поехало. Выглядит нужным. Да, спички, 49 штук. Выглядит нужным. Давай, скримок. Нужно прочесть дневник Антона. Может, там написано, где находится дверь к директору? Рой. Это Рой, какой-то стрёмный. Это безумие. Да, безумие. Нас было много, но большинство из них хотели убить самих себя, как только они остановили директорами. Грустно все это. Мама говорит мне, если директор умрет, то мы все исчезнем. Поэтому мама с Сараем взяли все под свой контроль. И тех, кто себя нехорошо вел, отправляли в подвал. Там вообще очень страшно. Ру очень редко появлялся на... Появлялся... Да, появляется. Но если он появится, то вам не сбежать. Когда мне бывает одиноко, я иногда захожу в камеру мамы. Она находится на первом этаже, ближе к лестнице. Ну, готовьтесь, скоро будет Рой нас встречать своим приветствием, так сказать. Да, Ройка? А Рой, мне кажется, херни не посоветует. А бегать нам так и не сказали, как. Ну, по крайней мере, я помню, что я мог бегать. Ага, меня куда-то тянут. Я не думаю, что тут вообще меня могут убить. Ну, а Трой, мне кажется, бы не убежал, потому что... Нет, пожалуйста. Буду надеяться, что это была коса на ней. Вид смерти. Потому что лейдинг довольно долгий. Рой какой-то был у меня немного перевернутый. Может, это быть так и должно быть? О, да ладно. А, подожди. Короче, ясно, мы у себя в голове, мы... Мяч. А теперь давайте не мячик будет лететь на нас, а голова чья-то, да? Ну, я бы так сделал лично. Знаете, там, мячик, потом ты видишь, снова что-то катится, бым-бым-бым, а там чья-то голова, ты такой, о, блядь! Я такой уж, не беспокойтесь, уже все в порядке. Так, тут самолетик, тут поезд... Тут решетка, здесь окна. Слоненок. Машинка. Ну, слушайте, я думаю, давайте лучше возьмем. Ну, везде типа транспорт, но мы возьмем животное, типа слоненка. Мне типа нужно по картине, что ли, сделать? Или по цвету, подождите.
Это какой, бордовый или что? Да, это бордовый какой-то. Так, вот такой получается. И зеленый носорог. Типа я угадал, да? Так, спичек у нас нету. Вопрос, что я должен здесь увидеть? А не, все открывается. Стой. Вон оно что. Комнаты все одинаковые. Но я должен найти ту фигуру, которая меня интересует. И поменять ее именно на циферблате, так я понимаю? К примеру... Подожди, чего тут не хватает? Тут не хватает самолетика. Вот оно что, я думал, это нужно по цвету подобрать. Так, чего здесь не хватает? Здесь без понятия. Здесь машинки, кажется, не было. Нет, есть. Так, второй этаж. Носорога. Так, а я не помню, на третьем этаже что было? Нет. А, подожди, тут фургончик. Подожди, еще за дверью. Я что-то не увидел его. А что, его тут нету? А тут коней не хватает. Естественно. Заметьте, что он идет очень медленно. Типа он понимает чего-то. Мы типа разобрали. Давай скример, скример! Нет, текстуры пропадают. Ну ладно. Ну, мы возвращаемся. В свое исходное состояние. 29 минут. Мне уже на часах. В принципе. Хотя. Ладно, сейчас что придумаем. А вдруг скоро конец, кто знает. Хотя я могу тогда сейчас завершить. Ну, с другой стороны. Хм. Если такие, конечно, загрузки будут долго, то, скорее всего, даже сейчас закончу. И, скорее всего, это так и будет. Потому что уже 29:20. 29:30. 29:40. Короче, я уже заканчивать буду. О, касанка. Ну, кто-то со мной еще дышит. Что это было? Это, наверное, был самурай. А охранник. Как мне отсюда выйти? Не знаю, приятель, если дверь не открывается, значит, пока что нам никак отсюда не выбраться. Хорошо, что у меня есть спички, чтобы на следующей серии с вами все остальное, так сказать, изучили. Но, скорее всего, я пока что закончу проходить эту игру и начну немного другую проходить игру. А эту мы со временем закончим. Хотя, хер его знает, посмотрим. Может, она будет замешана через там, знаете,
это видео, потом другое, потом, ну, короче, через день. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!